Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Мы, друзья, находимся в Киевской области, город Макаров. Сейчас 23-й год, конец октября. И вот на этот период времени вот так выглядит наша клубничка. У меня здесь и прошлогодняя посадка, и посадка летняя, позднелетняя в этом году. Как видите, разницы практически нет. Она уже догнала старую клубничку. Я проводила все мероприятия, обработки, комплексные удобрения согласно вегетации. Хотя, конечно, разная посадка, но попадала и старой клубнички, и молодой, все одинаково, хотя идет у меня как бы две линии, немножко старалась корректировать. Все видео по подкормкам есть на канале, плейлист клубника. Кому интересно, заходите, смотрите. И вот перед укрытием очень скоро буду клубнику укрывать в этом году пленкой. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь, друзья, на канал, включайте колокольчик. Буду укрывать отдельно от винограда, потому что прошлые года укрывала совместно. Ставила общие дуги на виноград и на клубнику и укрывала их вместе. А в том году на винограде укрытие поменяла на геотекстиль и приняла решение клубнику укрывать отдельно, потому что очень плохо проходит солнце. Клубника мне, вот как мне показалось, позже входит в вегетацию и хуже развивается. Хотя я и раскрыла, но на ночь укрывала. В общем, все же клубнике нужен свет, солнышко. Поэтому в этом году буду укрывать пленкой и отдельно на дуги. Но, друзья, вот самое главное, что нужно сделать в эту пору перед укрытием, это последняя обработка Ridamil Gold. Обрабатывайте согласно инструкции, сколько грамм на 10 литров воды. И обязательно по листу клубничку нужно обработать перед похолоданием, перед первыми заморозками в зиму. Так клубничка весной у нас будет активная, здоровая, и будем ждать плодоношения. Ну что ж, друзья, до новых встреч, хороших нам всем урожаев, пока-пока!